Всем привет. Купил лотерейные билеты Лото Забава на тысячный тираж. Этот розыгрыш был 7 октября. И у них была очень интересная такая вот акция. Покупаешь 3 билета по 20 гривен и участвуешь в розыгрыше квартиры. Либо же 500 тысяч гривен, то есть можно забрать, но минус налоги это где-то 400 тысяч гривен. Вот эти вот дополнительные игровые комбинации на 3 билетах нужно было отослать. И компьютер во время розыгрыша выбирает. Если выбрал, то человек выиграл. Но мы не выиграли. Но, по крайней мере, все билеты сыграли. И это уже приятно. Немножко даже плюс оказался. Вот этот билетик 5 гривен. Вот я подписал. Вот этот билет 10 гривен 1 копейку. И вот этот 80 гривен 50 копеек. Итого получилось 95 гривен 51 копейка. Также вы можете зайти на сайт Лото Забавы и посмотреть вот по этому номеру. И вам высветится мой выигрыш. Вот они на всех билетиках, там где надо, поставьте на паузу, кому интересно. И вы лично убедитесь в этом. Играю каждую неделю. Чего-то такого космического не выигрывал, но будем надеяться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!